Снежная битва и соревнования по лазертагу. В национальной деревне на Соколовой горе школьники приняли участие в трезвых забавах. Мероприятие было приурочено к 72-й годовщине победы в Сталинградской битве. Наш неунывающий корреспондент Надежда Москова попыталась одолеть соперника в бою на тимбаре и стала независимым судьей в перетягивании каната. Этот праздник сегодня отмечают школьники. Я, кажется, поняла, почему его отмечают школьники. Потому что этот праздник надо отмечать с молодости. Если ты с молодости не начал отмечать этот праздник, то уже тогда будет поздно. Мне кажется, очень интересное название такое – общество трезвости, да? А как же разогреться, если сегодня день трезвости? Я вот не понимаю этого. Может, без этого разогреться? Ой, собачка тоже пришла разогреваться. Привет! Привет! Привет, собачка! Как ты относишься к этому празднику? Здравствуйте. А что здесь вообще происходит? Не знаю. Празднование Сталинградской битвы, наверное. А как вы узнали об этом празднике? Услышал. А вас кто позвал? Меня тоже позвали люди. Ой, а тут вот были такие флажки, типа общество, трезвость, вот их убрали. Может, тему праздника поменяли? Мне кажется, это будет танец маленьких утят. А это разве русский танец? Это разве русский танец? Да. А с каких пор он стал русским? Ой, он уже давно русский. Куда все бегут-то? А тут драчуны собрались. Они дерутся. Они дерутся какими-то штуками непонятными. Ес! Ой, круто, я победила, да? А я по правилам играла? Нет. А тут есть правила какие-то? Ну, я не знаю. Слышите? Внимание, переход. Значит, сейчас кто-то куда-то побежит. А может, то, что я попала на этот праздник, это какой-то знак? Боже, они бегут обратно. Не, обратно я не побегу. Эх, в свое время я так любила тоже эти перетягивания канатом. А можно здесь одного человека убрать, а меня сюда? Команда, выступает команда. Ну я тоже за трезвость. Выходит, я большая, и мне уже нельзя играть. Это было несправедливо. Да. Вы согласны, что это было? Да, это не вообще. И поэтому я считаю, что победа присуждается вам. Да. Да. В общем, мы сами присудили победу. Ну, я присудила, да. Вот наши победители. Ну, лично наши, да. Это, наверное, типа мафии, только детской. Она продается такая? Да, да, да. А сколько стоит? 250. С дыркой? Да. Не, дырку сам делал. Это штуки им в голову встроены. Опасные. Они, наверное, током бьют. Вот так говорят, не настоящие пушки. А раз током, и все, и нет человека. А вот почему меня не берут ни в одну команду? Я не понимаю. А вы не скаут? Вы эти, как там их? Воины. Нет, как это? На П. На П. Скауты! Аск на С, значит, скауты! Ну, созвучно! Мы здесь! Скауты! Скауты вы там или нет? Скауты вы там или нет? Праздник продолжается, он в самом разгаре. Я выбрала самое веселое, самое крутое место для себя, где можно поваляться, побегать, попрыгать. Это, конечно же, снежок. Ну, а с вами была Надежда Москова, специально для РЕН-ТВ Саратов.